Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. Порода у нас немецкая овчарка. Возраст собаки 1 год и 7 месяцев. Кличка Рекс. На первом этапе заведите вот такой подсумочек, и все команды обязательно подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Рекс, ко мне. Хорошо, ко мне. По команде «ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомством. Рядом. Лакомство, как я уже говорил, служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Рядом. Команда рядом подается. При начале движения, рядом. Поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собаку и отработайте рядом. Команду рядом. Хорошо. Потом будем включать все основные команды поэтапно. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая — дача лакомства, оглаживание команды «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем будет достаточно просто давать голосовую команду оценкой «хорошо». Подходим и хвалим собаку. Хорошо, лежа. Повторили хорошо. Команду, огладили, рядом. Дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде «сидеть» собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. На первом этапе обязательно все команды подкрепляем лакомством. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю, утренние чем часы, до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, сиди. Хорошо. Повторили команду, хорошо. Огладили, рядом. Дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, Рекс. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть» или «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке. Собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, повторили команду, огладили, рядом. Дали лакомство. Так как собака рядом. У вас уже взрослая, возраст 1 год и 7 месяцев, занятия проводите уже в полный контакт с ней. На первом этапе с лакомством, потом рядом. Будете хорошо. Оглаживанием и командой «хорошо». Ну, поощрять обязательно надо собаку. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки. Собаке 1 год и 7 месяцев, кличка Рекс, свою работу закончил.